Hello, у нас тут Монах Плей, и мы продолжаем Титаны Квест проходить. Зависли мы где? В городе потерянных душ мы зависли. Соответственно, пойдем дальше, пойдем. Подожди, нет, не пойдем. Я слишком поторопился, извини, пожалуйста. Я не специально. Так, а у меня все точно ауры наложены? Вроде все. Да, надо выкачать эту фигню, короче, щитом. Здорово, ребзи. Ловите. Не, ну эти, конечно, они что-то какие-то худенькие совсем. Один пару ударов, и они вылетают. Ну и они меня также, я смотрю, выкинуть могут. За один пару ударов. Прикольная, конечно, ситуация. В том плане, что снимаю сейчас... Ну, это скорее на память, само себе сообщение. Короче, то, что я снимаю сейчас Титан Квест. Сейчас у нас какое число? Что-то в районе, да, 9 апреля. И у нас тут прямо ситуация, типа, собираются блокать, короче, YouTube в Российской Федерации. То как бы прямо очень весело звучит. Просто такой думаешь, а для чего снимаешь? Где ты выкладывать все будешь? Ну, не в ВК же. Я в ВК пробовал выкладывать. Ну, типа, там... Во-первых, мне кажется, то, что ВК просто не предназначен для такого. Для таких деяний по типу Ютуба. Рутуб фигня. В принципе. Ну, я не знаю, можно, конечно, выкладывать туда. Но мне почему-то нравилось только на YouTube выкладывать. Тут прям просто удобно выкладывать, классно. Кайфово. А вот выкладывать куда-нибудь еще мне как-то не особо ударяется. Даже в тот же ВК. Возможно, конечно, придется туда выкладывать, потому что, ну, совсем забивать на это дело неохота. С другой стороны, я опять же говорю, я не знаю, получится ли у меня дальше снимать или не получится. Буду ли я вообще снимать? То есть, как бы, и буду ли я игры, например, даже снимать, вот в чем дело. Поэтому, фиг его знает. Так, а что-то у вас здесь как-то много, нет, вы не находите? Тут здесь проходов, конечно. Так, давай защищать. Защищать, так защищать. Ну, защищать в смысле не умереть прям тут на местной битве вашей. Ну, успокойся. Поэтому посмотрим, как дальше дела пойдут. Ну и да, проходить я буду, короче, я уже решил, какая у меня такая будет на ближайшее время, скажем так. Не цель, не установка, а просто, скажем так, список, наверное, игр, которые я буду проходить. Учитывая, что новинки проходят все, и как бы там все съедается такой нечестной штукой, что, например, там ранний доступ дают популярным блогерам, и вот такая всякая ситуация. Я решил, что пойдем от старых игр к новым. То есть просто я где-нибудь открою список популярных игр, типа, на каком-нибудь ресурсе. Где-то еще и закидать туда, да? И буду проходить все такие приколдесные игры старые для начала. И уже там, если мы придем к новым когда-нибудь, тогда мы будем проходить новые. Потому что, ну не знаю, как-то... Можно, пожалуйста? А, у меня все, эликсирчики все. Ясно, спасибо, замечательно, очень рад встрече с вами, особенно с лучниками. Ладно, чё, пойдем возьмем снадобье, что ли, хотя бы. Первый раз будет такое, что меня спасли снадобья, которые валялись на полу. А можно я подберу? Спасибо большое. Как-то я не проследил за этой штукой, надо было быть аккуратнее намного. И зачем я лезу сюда? Чтобы еще раз кикнуться. Ладно, это маги. Они вроде не должны меня добить. Допустим. Так, ну погнали тогда в первый город, я думаю. Все продадим, все, что лишнее.
Купим себе наконец-то хилок нормальное количество. Я плачу за бронзу столько же, сколько раньше за железо. Тебе повезло, что у меня хоть что-то есть. Интересно. А можно мы будем подбирать что-нибудь, что мне есть смысл продавать? Так, 100 защиты, кража энергии, интеллект. Ну не. Так, а больше у меня ничего нигде нет. Я ожидал больше. Заходи еще. Первый сундук бесплатно. Так, реликвии забирай. А, и всякие вот эти штуки тоже забирай, будь добр. Колечки мы все продадим. По-моему, зеленых колечек тут нету. Так и быть, вот это забирай, а вот это я попробую одеть, например. Как-то я неудобно очень сильно тут нахожусь сейчас, подожди. Пусть Гера. Можно я вот так тебе вот сделаю? Так, ну защита увеличена, чуть-чуть падает сила. Урон, в принципе, никак радикально не падает. Сопротивляемость огню падает, но мне пофиг, у меня там, в принципе, есть эта штука. Ладно, погоняем, значит, с этой штукой. Это я пока что сюда зафигачу. У меня твои товары. Я рад, что ты пользуешься моими услугами. А я будто имею возможность выбора. Ну, учитывая, что нам сейчас как бы надолго путешествие, то можно все бабки спустить. Просто 300 тысяч на эликсирчики. Вижу ли я торговый корабль? Офигеть. Кроме чаек ничего не видно. Так, ага, ага, замечательно, замечательно. Привет, принцесса. Так, впору так-то можно и подбирать уже заживляющие надобья, потому что что-то как-то это сильно жирно получается, по 800 золотых. Я чё, вас как-то пропустил мимо внимания? Зря, не вовремя, очень не вовремя. Хорошо, здесь со всеми разобрались, да? Да, все дочистили, все классно, все замечательно, все чистенько. Давай возьмем, на всякий случай. Типа 800... монеток это на полу еще не валялось они. Так, новая лока. Отлично. А вас поджигает? Не понял, босик что ли? Где босик? Не видел босика, ты не босик. Тоже не босик. Блин, всю... Да задрали вы со своим этим. Зачем ты снимаешь мне всю энергию-то? Ага, здесь мы не пройдем. Здесь мы не пройдем. Что-то у меня сильно с голос. Давай вот так разговаривать через нижние тембры. Может быть, так будет легче. Вероятно, просто сижу как-то неудобно. Или просто голос еще не проснулся. Или еще не уснул. Не знаю. Давай сядем поудобнее, посмотрим, как так будет. Так, значит, окей. Добрый день, господа. Господа, добрый день, здравствуйте. Да, не надо вот это. Не надо мне, не надо. Пожалуйста, этой вашей огненной магии. Не очень я хочу с ней встречаться. Thank you.
большая бутыль заживляющего зелья нам нужна, потому что, ну, потому что ты сам знаешь, почему нужна. Потому что это слишком дорого стало 300 тысяч спустить просто на эликсирчики. Скелеты, родные мои. Я до тебя доброшу когда-нибудь, отлично. Так, замечательно, замечательно. Большая бутыль заживляющего. Ладно, короче, бутыльки. Собираем деньги, бутыльки. Зеленые шмотки, либо уникальные шмотки. И... А можно как-то не так больно кусаться? Спасибо. Слышишь, ты огненный, ты чудо. Все, мне твоя магия уже не страшна. А, и, конечно же, деньги. Ка мне куда вообще? Это вниз. Так, нет, мы не зачистили весь этаж. Добрый день, сударь. Ловите. Ну вот, да я говорил же, что здесь будет зеленая шмотка. Ладно, короче, снадобья будем собирать. Не так они часто падают. Не так это запарно, чтобы их не собирать. Вон, у вас я люблю. Здесь ничего, все. А, ну вот мы и вышли снизу, где надо было. А может быть, сейф, например? Я как бы могу их в лоб встречать, но я не хочу прям по-дурацкому стоять и постоянно от них огребать. Кому это надо? Это никому не надо. Какой сундук, пожалуйста? Вот этот сундучок. Вот это я понимаю сокровище. Да ты сейчас сама сгоришь, не волнуйся. Подожди, может... А, да, точно, ясно. Вы как-нибудь сами сгорите. Пещера, сколько можно пещер? Можно как-то вас всех по-быстренькому собрать вместе? Вот так вот, раз... Раз... Да, отлично. Я потом выкину белую шмотку, не будем тратить на время на открывание вообще принципа интерфейса. Это что за знаки? Кто здесь? Вы что еще за сопли? Какой-то опять секрет. Символы проявляются. Фиг вас поймешь, что вам надо всем тут. Давайте без яда как-нибудь. Замечательно. Да, какая-то секретка, но я не понимаю, что она может означать. То есть, ну, как бы... Видите, I don't know. Подождите, не зачистили еще вот этот уголочек. Ребята. Ребята. Давайте сходим вниз все вместе. У вас что-нибудь интересненькое здесь есть? А, интересненькое что-нибудь? Что-нибудь интересненькое. Ну, не, давай что-нибудь интересненькое.
Но скелеты это нифига не интересно. Смотрите. Медальон мы берем, большую бутылочку мы берем, мы все берем почти. Ладно, не буду этих медлительных этих болить, потому что неизвестно, надо ли она вообще. Как неожиданно появились, так неожиданно и исчезли. Далее, до свидания. Добрый вечер. Как-нибудь там догорите. Самостоятельно, без меня, спасибо. Так, оу, квест. Все богатства земли принадлежат Аиду, а шахтеры понемногу отбирают их у него. Когда я был жив, я поклялся, что когда попаду в загробный мир, я найду сокровищницу Аида и заберу все. Я уже 1000 лет скитаюсь в подземном мире и узнал некоторые секреты. Извиняюсь. Какой секрет ты узнал? Давай, расскажи. Аид очень умный бог, если и существует вход. Дверь заперта. Запечатано заданием, ясно. То есть есть какая-то штука, которая может это все дело нам открыть. Я стопудово тебе говорю, просто нереально, стопроцентно. Это прям инфа, я проверял. Я связывался с разработчиками. Короче, вот эти вот символы однозначно что-то означают. Такой символ, такой в ту сторону. Такой и такой же, да? И тут пробита стенка. И больше проходов нет. Нет. Хм. Странно, странно. Это очень странно все. Это максимально странно, я бы сказал. Алтарь холода, алтарь огня. Алтарь духа, алтарь яда, холода. То есть ему нужно что-то... Что-то положить туда. Ну ладно, пойдем дальше. Не знаю, что за клетка. Как ее открыть, тоже не знаю, поэтому, ну, как есть, пойдем дальше. Откуда я пришел, как меня зовут? Ага. Вот это толпа, вот это кайф, вот это будет заваруха. Вот это мне сейчас люлей накидают. Да ну не то ты делаешь-то. Не, мне с тобой не хочется сражаться совершенно точно. Как-то быстро уровень идет, или мне кажется? Вау. Прям 1600 упало. Типа то, что на них потратил, то и получил. А можно без вас как-нибудь? Сейчас кикнут меня, сейчас просто дадут мне немножечко прикурить. Почему они такие жесткие? Может, демон хватит меня тут тыкать? Проблема, короче, в том, что дальше еще жестче будет, насколько я помню. Если я этих еле-еле тащу, то как я тех потащу следующих?
Там просто дальше вообще будут такие душнилы редкостные. Там будут с одного удара меня выносить. Ну не с одного, но... Город, да ну нафиг. Рассказывай давай свою историю. Перед титанами и олимпийцами Зевс поссорился с титаном и в ярости бросил в него свой молот. Титан превратился в пепел, из которого Прометей сделал первых людей. Часть пепла он поместил в священную урну, которая находится здесь, в подземном мире, под охраной грозного стража. Я разбираюсь в элевсинских обрядах и могу приготовить снадобье, если у меня будет пепел. Оно может передать тебе часть силы погибшего титана. Обязательно, обязательно. Так, ага, класс равнинный, ага. А, такой вопрос, то есть еще что-то после царства мертвых? Я не помню, я последнее, что проходил, это царство мертвых. Ни Атлантиду, ни что-то, что там, я смотрю, дальше есть, я как будто бы. Я пытался попасть на поля Элизиума и не смог. Ни одна тень не сможет сделать это до страшного суда. Зло не пройдет по тропе света, и перед ним не откроются врата. Только трое судей, которые выносят приговор, могут открыть врата в Элизиум перед тем, кто достоин попасть туда. Конечно, не все мы герои, но одни герои не выиграют войну. Мы устраиваем засады и наносим удары из-за угла. А когда они хотят нанести ответный удар, мы исчезаем. Неподалеку отсюда, в мокром солончаке, стоит караван. В нем припасы для армии демонов. Если бы с караваном что-нибудь случилось, нам стало бы гораздо легче воевать на передовой. Так как, герой, ты можешь устроить небольшую диверсию? Обязательно все устроим, все будет, все классно, замечательно. Так, а вы тут что рассказываете? Ой-ой, а чё так много квестов-то у нас тут дополнительных-то? Мы пытались рассказать смертным о том, что творится в загробном мире, но демоны сразу же захватили Некромантион. Это наш оракул и единственное средство связи с нашими потомками. Демоны осквернили его. Они посадили нас в клетки, и теперь смертные не узнают о грозящей им опасности. Смертные? А, обязательно. До свидания. Я помню, что значит быть живым. Да, это что было это? Давно. Железный клинок Аида, нифига себе, угарно выглядит вообще. Смерть. Совершенно несуразно. Так, нам, видимо, туда вперед, якобы. Было бы неплохо попасть. Так, оружие, это понятно. Ладно, давайте расскажи, что. Я помню, как к нам явился возлюбленный Афины, Одиссей, и кровь струилась у него в жилах. Ты ч... Это место называется городом потерянных душ. Все души должны пройти через город по дороге к башне суда. Им выносят приговор. Грешники отправляются в Тартар, герои в Элизиум. Все остальные возвращаются. Понятно. Ага, так, подожди-ка, ты смотришь, что там есть проход, сколько, но как будто он закрыт. Сколько времени прошло с тех пор, как я обнимала своего возлюбленного Орфея? Я должна навеки оставаться здесь, а его изгнали из царства мертвых. Хотя, если бы у меня было зеркало Психеи, я бы смогла взглянуть на него. Говорят, что зеркало находится в пещере шепота. Если ты найдешь его, ты не принесешь его мне. Обязательно так. Достаются дорогой ценой. А у меня денег нет. Выбор сделан. Как бы как тебе сказать, был бы у меня там выбор. Мы можем. Позаботиться о тебе, да. Офигеть, не слишком дофига шмот осталось здесь. И что-то, что я не могу одеть. 42 уровень, интеллект. Нифига с моим всему сопротивлению.
Достойно, достойно. До встречи. Так, в принципе, я так понимаю, что здесь у нас все, и дальнейший путь наш лежит вот сюда, в низину. В низину, вот и вниз просто. Добрый денечек. Всем будет. Аристоним говорит, что был рудокопом, но он в жизни не держал в руках кирку. Он воровал драгоценности и собирался заниматься этим даже после смерти. Тебе удалось подойти к башне? Я бы держался от нее. Я пытался. Зверь, здорово. До свидания. По-моему, такие уже были. Так, что там за дракошка ходит? Кошка-дракошка. С надобием вот подбираем. Кошка-дракошка явно огненный, да? Не-не, он просто зверь. Вот он выглядит намного опаснее, чем он есть, потому что он просто подойти ближе даже не может из-за того, что он медлительный очень. И какой в нем смысл тогда? Наконец-то хоть какую-то музычку включили. Уже и на том спасибо. Короче, как только меня убьют, ты сразу поймешь, что там пошли нормальные мобы. Эти мобы — это фигня. Он просто догорит сам, улет. Чё-то как-то я от вас больше ожидал, честное слово. Сильно большего я ожидал. Не, да, видишь, он когда подходит, он нормально бьет, но как бы подойти — это полдела. Ай-яй, вот, я про них и говорил. Вот эти вот судари вообще бешеные. Смотри, просто нельзя подходить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, хватит так больно бить. Мне, короче, вот этих вот махов будет дофигища дальше. И вот они, конечно, устроят мне веселуху. А где все мои эти? Они у меня высосали всю энергию, что ли? В общем, ты понял. Это те еще ребята, веселенькие. Это только одну, да, заубьехал. Так, это я сделал. Там наверняка где-то еще есть такая штука. Или я выполнил его. Ну, неважно, мы вернемся в город попозже. Ну, прикинь, такой контраст. Идешь себе спокойно. Пехоту этих спокойно убиваешь. Даже не запариваешься. Даже хилиться не приходится. И тут прилетают те какие-нибудь эти махи. Я взял лишнее, по-моему. Так, ладно, погнали, короче, к этим ребятам. Сейчас будет весело. А, не, я-то думал, сейчас будет весело, а сейчас не очень весело еще. Тем более огненной магии против меня это фигня. А где только что я же видел, демон летал. Смотри-ка, символ. Я так понимаю, что надо просто кучу всякой фигни пооткрывать. И тогда, короче, откроется тот, типа, тайник Аида. Аид, смотри-ка, неплохо бьют. Привет, девоньки. Будем знакомы. Только не энергию, ну блинский. Драли они с ним. Высасыванием энергии.
Так, ладненько, чё это? Думаю, что на этом мы сегодня остановимся. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу Discord, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, и, конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. Пока-пока.